Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshthipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Mandiradhika Charana Dayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataru Vashyakipasindu Bhavacha Patitanang Pavane Bhavishnavibhyo Namo Namah Mukankaroti Vajalang Pangunglang Hetgirim Yat ki patam hang bande paramananda madhava Brindavai tu siddhe pai piyavai keshava sacha Shna bhakti pade devi satya vatvai namo namah Narayana namaskritta naruncaiva narottamam Deving saraswatinam vyasam atojayo mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varano Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas Padam Siva Virinchenutam Saranyam Bhittatiham panutopal bhavad dipotam Bande mahapurushate charuna arvindam Yat pad pallavana kachandamani chataya Vispurji tagamapigavavadusha darshi Purnanuragra sasagra saramurti Saradhikami kada pankaros Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ajanulambita Bhujau Kanuka Budhatu Sankirtanoika Pitaro Kamala Yutakshu Vishambaru Dijavaru Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibharupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramani Ajata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanango Madapuharam Varanasi Purapati Bhajabi Sanatham Vagi Sajusha Vadane Lakshmi Jasracha Bhakshasi Jasyaste Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare.
Идам Бхагаватам Наму Яд Бхагавато Титам. Идам Бхагаватам Наму Яд Ме Джанме Бхагавато Титам. Сангрхо Айам Вибхути Нам Таметат Випулику. Ятха Хару Бхагавати Нинам Бхактир Бхавишвати. Сарватмани Акхила Дхаре. Ити Санкальпа Варнею. Годя Гоштхипати, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, настоящие гаудии, настоящие преданные гаудии, они никогда не думают, что они чего-то заслужили, что они обладают какими-то качествами, какими-то особенностями. Они никогда не заявляют свои права на что-то, чем они обладают или чего они достигли. Годи Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, гаудии, они никогда не думают, что они обладают какой-то особенностью. Какими бы качествами они не обладали, они не думают, что это их заслуга. Потому что они знают, они верят, что вся сила, вся мощь, она исходит из источника, изначального источника. Они обладают стопроцентной верой в это. Вот почему они никогда не считают, что они заслуживают, то есть заслужили что-то, что это их личная заслуга. Они только поклоняются лотосным стопам Гуру Пад Падме, и они присваивают все заслуги Гуру Пад Падме и Гуру Варги. И Прабхупада написал своему так называемому ученику, он написал, в настоящий момент ты игнорируешь путь парипрашны, парисевы. Таким образом, ты отвергаешь путь парипрашны, парисевы. Ты стал следовать какому-то новому пути, у тебя какое-то капризное поведение, что мы можем для тебя сделать? Мы ничего не сможем, мы никак тебе не можем помочь, мы можем просто выразить наше горе. Шрила Прабхупада, он говорил, что те, кто хотят иметь какую-то личную жизнь, privacy, ты мой Гурудев, хорошо, но у меня есть моя личная жизнь. И я хочу поддерживать мою privacy. И Прабхупада сказал, что те, кто хотят сохранить вот эту privacy, будьте уверены, я с ними никак не связан. Они меня никогда не видели. И я тоже не заинтересован их увидеть. Те, кто говорят, что у нас есть своя личная жизнь, у нас есть privacy некая, и Прабхупада говорит, что у меня нет никакой связи с такими людьми. На бенгальском, возможно, вы это читали. Наротам Такур пишет, те, кто принимают прибежище в Гуру Пад Падма, в Сампрада и в Гуру Варге, они выживут. Они не просто выживут, но они достигнут цели. А остальные, они погибнут. Они погибнут без какой-либо причины на это. Мы не демонстрируем наши возможности, я это знаю, я это делаю. Мы всегда скромно предлагаем наши молитвы Гуру Варги. Пожалуйста, дайте мне силы, чтобы я смог воспевать славу Бхагавана. Займите меня в служении для того, чтобы я очистился. То есть вот такое настроение — это подходящее. И много раз так произошло,
в лилах Гуранги Махапрабху, что кто-то он хотел показать какие-то личные качества. Я это знаю, я могу это сделать. Махапрабху, он, как правило, отвергал таких преданных, как Балава-ачарья. Мы об этом поговорим в вечернем классе. То есть кто хотел показать свои какие-то личные способности, кто хотел доказать свою собственную важность, Махапрабху, как правило, он отвергал таких личностей. Таков путь. Махапрабху сам показал Тринадапи. И Прабхупада объясняет, что нужно быть скромнее, чем травинка. И нужно наклониться так низко, что даже корова не сможет схватить эту травинку и съесть. То есть она настолько низка. И сейчас вот что сказал Брахма Нараджи. Брахма, он дал Бхагаваттатва Вигьяну Нараджи Махараджу, ну, то есть он ему давал наставления, касаемые Бхагаваттатва Вигьяны. То есть сначала он ему поведал Бхагаваттатва Вигьяну, а потом он стал ему объяснять, давать советы. На самом деле мы не можем понять, что значит принять прибежище Ашраю. У нас нет ясного представления, что означает принять прибежище, предаться. Мы думаем, что мы приняли дикшу у кого-то из какого-то источника, ну и все сделано, дело сделано. Но Бхактинат Такур, он повторял постоянно, даже статьи написал, что большинство людей, они думают, что они получили дикшу из какого-то, у какого-то источника. Они думают, что они соблюдают экадыши и так далее, что они совершают дама парикраму, они воспевают святые имена, они принимают прасад, делают омовение в Ганге, но они не задумываются, то есть где призрак скрывается, то есть где собака зарыта. И многие преданные, они подходили к Гуру Махараджу и спрашивали: «Махарадж, мы делаем все, но мы не обретаем никакого могущества, в чем проблема?» И Гуру Махарадж, он отвечал таким образом: «Да, дети мои, вы совершаете столько много всяких разных практик, но вы не задумываетесь о том, где вы совершаете ошибку, поэтому вы не можете прогрессировать, не можете продвигаться. Вы делаете что-то, но вы не понимаете, ну, где призрак спрятался, то есть в чем ошибка. Вы продвигаетесь вперед, а потом совершаете ошибки и идете и двигаетесь назад. И таким образом, ну, нужно расчеты проводить плюс-минус». И Бхактинат Такур, он сказал то же самое. Большинство преданных, так называемых преданных, они не учитывают, они не понимают, где ошибка, в чем ошибка. То есть они совершают оскорбление дамы, мы совершаем оскорбление дамы, мы не воспеваем чистые имена, мы, когда воспеваем имена, мы думаем о чем-то, мы планируем что-то. Это все оскорбление. Мы совершаем оскорбление. И кто-то, я знаю, что кто-то воспевает Харинам Махамантру. Они воспевают Хариман Махамантру, а сами думают о том, как они, ну, то есть о своих врагах. То есть они используют Харинаму, чтобы там отомстить как-то своим врагам или еще что-то. Это, ну, там, например, зависть или враждебность по отношению к кому-то. То есть у них такие мысли присутствуют. То есть таким образом мы совершаем дама-апараду, нама-апараду, вайшнава-апараду. И Махапрасад, ну, тут еще вопрос встает, а вообще мы его как бы вкушаем или нет? То есть, когда нам кто-то что-то предлагает и говорит, это Махапрасад, ну, то есть так не работает. То есть Махапрасад — это нечто очень великое. То есть, когда мы принимаем Махапрасад, мы можем сразу прервать цикл рождения и смертей, то есть освободиться. Но мы вкушаем столько много прасада, но тем не менее мы до сих пор в заточении майи. То есть мы каждый день принимаем прасад. Денно и ношно мы принимаем прасад, но тем не менее мы не можем избавиться от майи. В то время как Удавджи Махарадж говорит Кришне, мы не задумываемся очень сильно о майи.
Мы принимаем Твой прасад. Мы пользуемся только то, что является Твоим прасадом. То есть мы одеваем одежды, что являются Твоим прасадом. И поэтому мы таким образом избавляемся от майя. Майя — это небольшая проблема. Но Бхактинот Такур, вот он дает такой ответ, что большинство преданных, они не учитывают, какие ошибки они совершают, поэтому они не продвигаются в баджане, они немножечко продвигаются вперед, а потом откатываются назад. Поэтому таким образом, если вы продолжите совершать баджан таким образом, взбалмошным, то есть я не знаю, кто под чьим руководством совершает баджан, но я уверен, что если люди будут следовать чистым преданным, чистым гуру вайшнавам на 100%, тогда в этой жизни они достигнут успеха. Прабхупада сказал, что не нужно ждать следующей жизни. Брахма, он стал давать наставления Нараджи Махараджу. Нараджи Махарадж — это его сын, и в то же время Брахмаджи Махарадж — это гуру Нараджи Махарадж, потому что он ему поведал Бхагаваттату Вигьяну. И после того, как он поведал Бхагаваттату Вигьяну, все в подробностях рассказал, тогда Брахма, он стал наставлять Нараджи Махараджа. «Смотри, я тебе сейчас кратенько все объясню по поводу этой...» Ну, я тебе поведал все вкратце, но ты медитируй на это. Так же, как в Ясадев, в случае Ясадева, потому что изначально Бхагаван, он поведал чатушлоки Бхагава, там всего четыре шлоки. И в итоге Брахма, он осознал Брахма-татву, он поведал ее Нараде, и Нарада поведал это знание Вьясадева Госвами. И Нараджи Махарадж, он сказал Вьясадеве, медитируй, сконцентрируйся очень внимательно и в настроении чистой преданности. Нараджи, он наставил Вьясадева Госвами. Вьясадева Госвами, он не был осквернен вообще ни капельки. И он, пребывая в настроении чистой преданности, он медитировал на эту татву. Тогда Бхагаван, он дал свой даршан. Вьясадева увидел форму Бхагавана. И он также увидел майю, Бахиранга Шакти. Она внешняя энергия Господа. И она стояла позади Бхагавана с опущенной головой. Она очень стеснялась. Она даже не могла посмотреть прямо, потому что она очень стеснялась. Почему она стеснялась? Дурга Деви, Бахиранга Шакти, она говорит такие вещи. Бхагаван, он мне дал такое служение, что я постоянно занята в этом материальном мире. Я постоянно кого-то наказываю, сажаю в тюрьму, бью кого-то, режу кого-то. Поэтому мне очень жаль. Таким образом, Майя Деви, она стоит позади Бхагавана. То есть Вьясадева Госвами увидел такую картину. И потом... Джая значит стрилинго, женский род. По волшебству Майя-деви целый мир пребывает в таком загипнотизированном состоянии. Они не осознают своего положения в мире, миллиарды людей, но посчитайте, кто из них, они осознают свое положение. Лекции все могут давать. Но кто это осознал, кто понял свое положение, это большая редкость. Таким образом, по волшебству Майи, весь мир, он пребывает, он страдает. Майя — это иллюзия. В
Вот почему в Бхагату там говорится, в период Чатурмаси Кширадагаша Вишну, он отдыхает во время Чатурмаси. И Веды, Упанишады, они, то есть, как личности, они предлагают молитвы Бхагавану. «О, Бхагаван, пожалуйста, убери завесу вот эту майю, чтобы мы смогли увидеть все, как есть». И в тот день я вам рассказал из Упанишад, что абсолютная истина, она держится в большом секрете. Риши и Муни, они молятся. Веды, Упанишада в форме личности, то есть они принимают форму личности, они предлагают молитву Бхагавану: «Пожалуйста, убери завесу майи, потому что невозможно победить майю, невозможно освободиться от майи». Веда Стути, они говорят таким образом: «Бхагаван, пожалуйста, убери свою майю, забери ее, освободи». То есть иначе мы не можем видеть все, как оно есть. И майя, она сравнивается с козой, если я правильно поняла, щи-год. То есть невозможно победить майю собственными усилиями, то есть только по милости садхугуру вайшнавов. То есть Бхактивинода Тхакура объясняет, что преданные, они совершают столько много разной активности, деятельности, но они не задумываются о тех ошибках, которые они совершают. И вот Вьясадев Госвами, он увидел майю. И по волшебству майи дживы, они считают, что они существуют отдельно от Господа. Мы изолированы. Я вот это, вот то. Они размышляют таким образом. И позавчера я вам, или вчера я вам рассказал, то есть задумайтесь, подумайте, поразмышляйте на эту тему, ну вот не в настроении вызова, а вот так вот просто задумайтесь. Бхагаван, он играет сам с самим собой. И вот был один преданный, его мать, она была хинду, а отец мусульманин. И его случай, он очень известный. И вот этот, он поэт, его поэзия, она очень известна, и он написал многие вещи о Кришне. Как он это все осознал? То есть он написал вот это. Ты как маленький мальчик Шишу, и ты играешься с бесконечными мирами, так особо не задумываясь об этом. И это правда на 100%, но мы в это не верим. Даже Араса Лили Шукадев Госвами написал: «Бхаганав, он не играет с женщинами. Бхагаван не играется с женщинами. Почему вы так думаете? Бхагаван, он не заинтересован в этом. Все создано Бхагаваном. Одна женщина, образованная мусульманка, она всегда оскорбляла Шри Чайтанья Гаудия Мат, она писала какую-то ерунду о Шри Чайтанья Гаудия Матхе. И есть один преданный, он ученик Бхактивалбтхирта Госвами Махарадж, он брамачари, если я правильно поняла. И теплые чувства питает ко мне. И я напечатал много книг по
милости Мадхава Госвами Махараджа, Тирты Госвами Махараджа. И вот я возвращался из издательского дома, и вот этот вот Вриндаван Прабху, он зашел ко мне в комнату, а я уже приготовился прочитывать Анник, мантры. И он сказал мне: «Махарадж, есть одна проблема». В чем проблема? Там одна женщина, мусульманка, она постоянно оскорбительные какие-то заявления пишет о Гаудия Мадхи, о Чайтанья Мадхи. Она постоянно пытается установить славу Аллаха. И я написал ей, много ответов дал ей, но тем не менее она не успокаивается все никак. Она в интернете постоянно распространяет какие-то оскорбительные сообщения. «Можешь ты как-то решить этот вопрос?» И я сказала ему: «Дай мне сначала прочитать Анник». И я тогда сел, и я не мог даже прочитать Анник. Я не мог сконцентрироваться, я только помнила о том, что он мне сказал. И я тогда позвал его назад и сказал: «Давай сначала это сделаем, решим этот вопрос, а потом я Анник прочитаю, потому что мой мозг сейчас не может концентрироваться на Аннике». Тогда я дал очень коротенький ответ: «Вы не можете поверить». И вот этот Прабху Вриндаван, вы можете у него спросить. Я написал таким образом, написал, кто такой, то есть она писала постоянно о Раса Лиле, о том, что вот этот Кришна, он какой-то там аморальная личность. В общем, и я написал ей, дал этот ответ, и она, в общем, там застыдилась, и, в общем, она больше ничего не писала. И люди думают так, что Кришна, он какой-то аморальная личность, то есть они сравнивают с своими жизнями, они налагают свои представления, понимания, но Кришна, он, конечно же, не играет с женщинами, у него на это нет времени. Зачем ему играться в Верховному Господу с матаджами какими-то? Таким образом, в Бхагавад-гите Махапуране написано, что Кришна, он играет со своим собственным изображением. Кришна, он играет со своим изображением в зеркале. Но люди, они воспринимают все неправильно. Вьясадева Госвами сказал: «Все дживы, мохито значит загипнотизированы, но не просто они загипнотизированы, они загипнотизированы по-особенному. И волшебники, они иногда они что-то там совершают, какие-то заклинания, и вот волшебники, они могут совершать свои трюки перед обычными людьми, но когда в аудитории присутствуют чистые вайшнавы, они не в состоянии совершать своей магией заниматься. И по волшебству майи дживы думают, что они отдельные существа. Но если вы хорошенько поразмышляете, что ничего не существует помимо Кришны, все те различия, что мы видим, все то разнообразие, что мы видим, оно все связано с Кришной посредством Ачинтья Бедабет Татвы. Бесконечные миры, они все связаны с Кришной. Майя, Бахиранга Майя, она исходит из Бхагавана. Это Бхагават Татва, это Бхагават Шакти. Бхагават Шакти обладает тремя основными шакти: Чит Шакти, Майя Шакти, Джив Шакти. Когда мы оставим свое ложное эго, мы обнаружим все таким, какое оно есть. А иначе мы останемся глупцами и будем тратить свое время на иллюзию. Мы занимаемся времяпрепровождением. И таким образом Нараджи Махарадж, он получил наставление от Брамы. Брама сказал: «То, что я тебе сейчас скажу, это я узнал от Бхагавана, от самого Бхагавана. Я получил знания от Бхагавана в форме чатушлоки».
Бхагаван сам открыл мне это таинство. И Брама сказал, Бхагават Вибхути, Бхагават Лила, Бхагават Айшварья, то есть он все это... Бхагаван, он бесконечный, его игры, они бесконечные. Брама, он сказал, я тебе поведаю суть, а ты это все медитируй на это, и ты все осознаешь, все увидишь. Это все, знание, оно находится, ну, то есть в сконцентрированной форме, но после медитации ты все поймешь, как подобно цветку лотоса. Сначала он бутон, а потом он постепенно раскрывается. И Брама, он дал один особый совет Нараджи. Тебе нужно будет проповедовать очень аккуратно, и таким образом, что люди, слушая тебя, люди смогут получить бхакти. Смотрите, какое условие. И если вы поразмышляете над настоящим временем, если вы пребываете в нейтральном, нейтральном положении, то вы поймете разницу. Брама сказал, тебе нужно будет проповедовать, говорить харикатху таким образом, чтобы люди получили бхакти к лотосным стопам Бхагавана. Тебе нужно будет говорить таким образом, но нельзя говорить харикатху и проповедовать, имея личностные какие-то интересы. Тебе нужно будет проповедовать вот таким образом. Сарватмани Акхиладхари, значит, бесконечные миры — это Кришна. Дживатми — они исходят из Кришны. Миры — они исходят из Кришны. И майя, она не влияет на Бхагавана, если я правильно поняла. А те, кто покрыты майей, они не могут осознать истину, особенно те, кто, кто обладает завистью, кто завидует. В общем, Брама сказал Нараджи, тебе нужно проповедовать таким образом, чтобы люди развивали бхакти к лотосным стопам Бхагавана. Единственная опора безграничных миров — это Бхагаван, Адвайя Гьянтатва. И Адвайя Гьянтатва, она включает в себя столько много разнообразия. Но это разнообразие, вы знаете уже, что существует безграничное множество разнообразия, но разнообразие, оно приводит к единству, то есть мы можем увидеть единство в разнообразии и разнообразие в единстве. И Бхагаван говорит, что я себя проявляю в шести чакрах в теле, в телах. Вайкари — это последняя стадия Веды. Здесь Муладхара чакра называется, начинается. Ну, вот эти вот чакры. Вот здесь вот чакра Мадхима, Канти. И в конечном счете Веды, они принимают форму звука. И Панини назвал этот звук или технологию вот этим термином. Спотобат. И Прабхупада много раз он объяснял об этом. Мы обсуждаем вот эту тему. Bhagavan speaking this way,
Бхагаван, он рассказал все в подробностях. Он, то есть рассказал Удаве об этом мироздании, о дживах. Поведал вот эту вот секретную татву, поведал о том, как мир может быть сравнен с деревом. И точно так же дживы могут думать, что они как деревья, то есть их тела. И желания дживы, бесконечные желания дживы, они врастаются в землю, как корни дерева. И таким образом джива, она обнаруживает, что она заточена в узы майи. И Вьясадева, он сказал, дживатмы в чистой форме, когда они не покрыты майей, дживатмы, они качественно подобны Бхагавану. Бхагаван Сачитананда и джива также Сачитананда, но Бхагаван, он безграничный, а джива, она ограничена, такая маленькая, такая маленькая. Когда дживатма настолько мала, что даже ученые не могут найти, ну, то есть обнаружить существование дживы, настолько она мала. То есть, когда волосок вы разделите на 100 частей, сечение волоса, а потом возьмете эту сотую частичку, ее еще раз на 100 частей разделите. Вы даже не можете сравнить эту величину с бактериями, вирусами. Дживатма, она так настолько мала, но качество, она равна Бхагавану, но количественно нет, она настолько мала. И джива, она, когда видит что-то привлекательное, она привлекается. По правилам физики, два любых объекта в этом мире, они обладают взаимным притяжением. Я учил физику давно, забыл, как это называется, это сила притяжения. То есть любые два объекта, они связаны между собой. И великие святые, они осознают, или ученые осознают это, что есть кто-то, кто это все контролирует, ученые. Но они не могут доказать, что и как работает. Но в Ведах все уже это описывается. Здесь, в Индии, люди совершают дургапуджу, они читают чанди. Они произносят вот эти слова. Они их произносят. Бхагаван в форме энергии, в виде энергии, он находится повсюду. И оно на самом деле так и есть. И Эйнштейн из Германии, он это все понял. И как это стало возможным для ним? Это же наше знание, но он это все понял. А мы совершаем дургапуджу. Дургапуджа, она нас делает все более слепыми. Мы можем получить много денег, мы можем совершать всякие пожертвования. Дургадеви, она нас будет делать все более слепыми, чтобы мы не смогли увидеть ничего. И это наше положение. Дритарашта, смотрите, он был слеп. Но он, по крайней мере, он слышал Кришну, тем не менее он остался слепым. Он внешним был слепым, и это ничего страшного. Но самое страшное то, что он внутренним был слеп. Гурудева нам дает глаза, при помощи которых мы можем видеть. Мы не можем видеть нашими глазами. Мы пытаемся применять наши глаза, нос, уши. И вот почему мы остаемся лишены понимания. И Прабхупада, он очень часто повторял, что люди, они, используя свои материальные органы и материальный интеллект, они остаются, ну, то есть их, они лишают сами себя, они хотят зависеть от самих себя, поэтому они не могут поверить ни в какую философию, они пытаются применять свой интеллект. О, это должно быть вот так вот, а это вот должно быть вот так вот. То есть таким образом они не достигают успеха. И
вот этому немецкому ученому, ему удалось что-то понять. Он читал Бхагавадгиту Эйнштейна, и он знал санскрит. И он постоянно медитировал на эти темы, и каким-то образом он это все осознал, как это было возможно. Написано, что когда дживатма, она... Дживатма — это шакти-татва, и дживатма — это она. Во многих книгах дживатма, ну, используется мужской род, чтобы говорить о дживатме, но дживатма — это шакти-татва, это женский род, энергия. И Вьясадев Госвами, он увидел вот эту сцену. Бхагаван явился перед ним. Вьясадева увидел Бхагавана, его форму. По милости Бхагавана он все это увидел. И он также увидел Майю позади Бхагавана. И она очень стеснялась, и ее голова была опущена вниз. И она смотрела вниз. Она не могла даже посмотреть на Бхагавана. И Вьясадева Госвами, он увидел, что дживы, они все загипнотизированы Майей. Но сварупы, дживы по сварупе, они сачит-ананда, то есть они, их форма, она абсолютная. Тем не менее, они покрыты Майей, потому что они бесконечно малые существа. И все, что происходит с телом и с умом, кто-то вас может ударить, кто-то вас может оскорбить. Атма, она сейчас покрыта майей, и она думает, что вот меня зовут так-то, я родилась в этой стране. Дживы постоянно отождествляют себя с этим телом, и когда кто-то их оскорбляет, бьет, то дживы, они страдают. Кто-то крадет деньги, когда они что-то теряют, то они сразу расстраиваются, потому что они вовлечены с этим телом, они отождествляют себя с ним. Один Марвари, и он там вкладывал деньги в акции или что-то в этом роде. И вот он занимался бизнесом. И я был в те времена, я был очень юн. И я там проходил мимо того места однажды, и там все кричали. И вот этот Марвари, он узнал, что он потерял огромное количество денег, и у него случился сердечный приступ, он упал на землю. И все стали кричать, все его окружили. Он занимался инвестициями, и внезапно он узнал, что он потерял очень много денег. Он даже не мог себе такого представить. И вообще у него случился сердечный приступ, и он упал. И он, потому что он думал, что он един со своими деньгами, он един со своим имуществом, он чувствовал единство с материей. Но такого рода единство нам нужно развить с Бхагаваном, не с материей. Однажды мой Гурудев, по неудаче он забыл предложить одеяло Бхагавану и пошел отдыхать, и не смог заснуть, потому что ему было очень холодно. Ну, то есть очень ему было холодно, и в итоге он заснул, и Мадан Мохан во сне сказал ему: «Смотри, ты мне забыл одеяло принести». И тогда Гуру Махарадж, он поднялся, принял душ, и он вошел в алтарную и увидел, что на самом деле Мадан Мохан, он был без одеяла. Тогда он ему предложил одеяло, и потом спокойно заснул. А до этого у него даже температура поднялась. То есть настолько единство развито с Бхагаваном. То есть и Удава, он также был един с Бхагаваном, но тем не менее он задавал вот эти вопросы Кришне для нас. Когда у вас есть что-то очень ценное, большие сокровища, куда их положить?
Вы их положите куда-то в какое-то укромное местечко, чтобы ничего не случилось с этим сокровищем. Поэтому Бхагаван, он хотел поместить сокровище, вот это знание, в Удаву, потому что Удава был самой подходящей личностью. И точно так же и Вьясадева Госвами, он заплакал, когда Шукадева Госвами убежал в лес после рождения, потому что Шукадева Госвами был самой подходящей личностью, самым подходящим сосудом, в который положить Бхагаватрасу. Вьясадева Госвами, он не плакал, потому что сына он потерял, ни по каким-то материальным причинам, ни потому что у него были привязанности, как у материального отца к сыну. Нет, Вьясадева Госвами, он заплакал, потому что он понял, что Шукадева Госвами, он самая подходящая личность, он по рождению Парамахамса. Если я как-то его, если мне удастся вернуть его назад, то я могу поместить Бхагаватрасу в этот сосуд. И тут также это было не каким-то там взбалмошным своеобразным образом. Кто-то, он подумал, Вьясадева Госвами, что люди могут критиковать: «О, ты вот эту расу дал своему сыну, а своим ученикам, Суманта и так далее, те, кто вот составили Ригведу, там Самаведу и так далее». То есть суть Бхагаватам ты отдал своему сыну, и ты очень хитер. И вот когда Шукадева Госвами, он заинтересовался в слушании Бхагаватама, то есть они его заманили, прям как олени, когда на них охотятся, там играют какие-то звуки мелодичные, и олени привлекаются этими звуками. Точно так же привлекли Шукадева Госвами стихами из Бхагаватама. И Шукадев Госвами, он сказал: «Я совершал медитацию на безличностный аспект Брахмы». Шукадева, он сам об этом сказал. Но когда я услышал описание Лил Бхагавана, я почувствовал такое влечение, как будто я сошел с ума. И Вьясадева Госвами, он подумал: «Да, Шукадева Госвами — это самая подходящая личность, но если я ему отдам эту расу, то все меня начнут критиковать. Поэтому для начала мне нужно отправить его к Джанак Радже. Сначала отправляйся на экзамен». В Пуранах это описано. Поэтому Шукадева Госвами, он отправился в Джанакпури, к Джанаке Махараджу, и он Брахмагья. И тот, он его испытал. И там много чего произошло, нет сейчас времени это все рассказывать. И вот Джанак Раджа, он его проверил, и он подтвердил, что это самая подходящая личность. И в разных Пуранах это описывается. Это не в Бхагаватам. И там описывается, как Джанак Раджа, он испытал Шукадеву. Вы слышали Риша Сингха Муни, как он? Риша Сингха Риши, он даже не осознавал разницу между мужчиной и женщиной. Он принял рождение у оленя. И он не понимал, кто мужчина, а кто женщина. Он не знал о разнице. Так же Шукадева Госвами. Шукадева Госвами, он не видел разницы между мужчинами и женщинами. Он был Парамахамсой. И Риша Сингха Риши. И знаете эту историю? На юге Индии Рамаяну все читают, вы должны, там знают эту историю. В общем, Вьясадева Госвами, он решил поместить расу в сосуд Шукадева Госвами. А вот в данном случае Бхагаван Шри Кришна, он решил оставить Бхагаваттатву Вигьяну с Удавой, потому что Удава был самой подходящей личностью. И вот мы знаем, что Бхагаван, он поведал столько знания, дал разные доказательства, привел разные доказательства Удаве. Дживы в чистой форме, они не имеют никакой связи с Майей, но по причине того, что Майя их покрывает, они принимают вот тела, когда
дживатма теряет деньги, как в том случае вот этого бизнесмена. Он развил единство с деньгами и получил сердечный приступ. То есть мы развиваем вот это единство с материей и с окружающей средой, поэтому нам невозможно от этого всего освободиться. Для начала нужно осознать, кто такая Майя. Но те, кто не приняли инициацию в источнике аутентичном, то они не могут это осознать. Если дживы не разовьют совершенную самбандагьяну, как они осознают это? То есть понять отношения. Какие у меня отношения с Майей? Какие у меня отношения с Бхагаваном? Какие отношения у Бхагавана с Майей? То есть это очень огромная тема. Если эта самбанда гьяна татва, она не ясна, то вы можете продолжать совершать баджан многие жизни. Может быть, в какой-то жизни вам удастся получить эту самбанду, но с собственными усилиями это невозможно. Только по милости. В Бхагаджи Махапуране есть одна шлока. И там наш Джива Госвами Пад объясняет эту шлоку. Что это за шлока? Забыл шлоку. Я помню ее, но иногда забываю. И эта шлока... Вот еще другая шлока. Первая шлока. То есть са-гуру, это значит... Вот этот гуру, вот я вспомнил, иногда случается так, что забываю. Джива Госвами Пад пишет в Сандарбе комментарий к этой шлоке. Он пишет: если вы примете дикшу, получите дикшу у какого-то гуру, возможно, он, ну, как бы неплохой гуру, но он не в положении поведать совершенную татва-сиданту вам. Джива Госвами Пад говорит, что если Гурудева не может избавить вас от всех сомнений, то есть если он не в таком положении, чтобы уничтожить все ваши сомнения, то есть Гурудев должен обладать татва-гьяной. Иногда мы видим, что Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он внешне не образован, но не пребывайте в заблуждении, он обладает полной татвагьяной, он может все вам сказать, но он не будет вам цитировать шлоки, он вам даст простые ответы. Однажды какие-то преданные пришли к Бабаджи Махараджу, спросили: «Баба, мы хотим узнать, как мы можем получить Бхагавана?» Они задали такой вопрос Бабаджи Махараджу. Внешне это простой вопрос, но он настолько глубок. И чтобы ответить на этот вопрос, нужно годами слушать Харикатху. То есть как получить Бхагавана? Баба, как получить, как достичь лотосный стоп Бхагавана? И Баба засмеялся. Вы должны плакать. День и ночь на должны плакать. Вы плачете из-за денег, из-за матери, из-за детей, из-за жены, мужей. Ответ очень легкой. Вам нужно плакать по Бхагавану. Даже человек из деревни поймет ответ. Тебе нужно плакать по Бхагавану. Если ты будешь по нему плакать, ты его получишь. А плакать что означает? Он сказал плакать, но что означает плакать? Означает переживать разлуку, а переживать разлуку значит развить очень глубокие отношения. То есть он сказал одно слово, но по этим словам он то есть, указал на внутренний глубочайший смысл. Вот как я вам сказал, тоже Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он смеялся над кем-то. Вот они, да, могут пойти на рынок, купить книги, они могут запомнить философию какую-то. А потом они ко мне приходят и хотят выучить Рупануга Баджан. Они хотят получить лестницу у меня, взобраться по ней, а потом испражняться на голову Кришны. Такого я не позволю. Но сейчас, в наши дни, такое происходит. Те, кто в ведущих позициях, они позволяют этим заниматься. Ты можешь испражняться на голову Кришны. То есть люди, они
не обладают никакими реализациями, и они занимаются так называемым рупануга баджами. Но где они получат баву, чувства подлинные? То есть то, что не в парампаре, то есть как они могут это дать? Они не могут это дать, потому что эти лидеры, они не имеют ничего общего с Харибаджаном. Им нужно положение, слава и деньги. Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, он никогда не хотел компрометировать качество. То есть он мог бы создать сотни тысяч учеников, ну, то есть сделать сотни тысяч учеников, но он так никогда не поступал. Он вот на ассамблее в Балигае, где обсуждалась тема, кто важнее, Брахман или Вайшнав, он не принял даже ни одного ученика там, а там сотни людей, сотни тысяч людей хотели принять у него инициацию. То есть он никогда не спускал уровень, не понижал уровень ни в отношении Махапрасада, ни в отношении этикета, садханы, практики и так далее. То есть если я буду делать, идти на компромисс, то как я скажу, что я в линии Прабхупады? Мой Гурудев мне сказал, не читай лекции. Если у тебя есть реализации, если ты совершил достаточное количество гуру-севы, тогда ты можешь что-то кому-то сказать. Не пытайся, не пробуй давать лекции. Ты уничтожишь себя таким образом. То есть, поэтому то, что не находится в нашей гуру парампаре, что там ничего там не существует, мы не можем это дать. Прабхупада мог проповедовать во всем мире очень с большой легкостью. Если бы Прабхупада, он адаптировался, если бы он примирился с какими-то вещами, но он этим не занимался. Он ходил в университет, Варанаси, и большие преподаватели, профессоры из этого университета, они не понимали его речь, потому что он говорил на очень высоком уровне. Они сказали, вы можешь нам объяснить по-простому? Мы не поняли, о чем ты говорил. Но Прабхупада сказал, вам придется подняться на уровень выше. Я не могу спуститься на ваш уровень. Прабхупада сказал, почитайте книгу Сарасвати Джая Шри. Я вам не рассказываю какие-то сказки. И по поводу демократии я тоже вам уже говорил. То есть я говорю с доказательствами. Прабхупада, он никогда не шел на компромисс. То есть он никогда не менял садхану, не менял процесс. То есть стандарты не понижал стандарты в отношении Махапрасада. Но если я хочу внедрить новый процесс, новую процедуру, то есть это одобрено Прабхупадой, Прабхупада такому не следовал. Вы думаете, Прабхупада, он глупый? Прабхупада мог очень с большой легкостью сказать посланникам, идите и проповедуйте таким образом. Но он этого не сделал, то есть он не хотел понижать стандарт. Гири Махарадж, он встречался с президентом Индии, Прабхупада, он был очень доволен этим. Потому что если мы убедим, если получится убедить, ну, как бы, больших, великих личностей, то автоматически обычные массы, они последуют примеру таких людей. Но если мы будем спускаться на такой, на низкий уровень, то есть стандарт должен поддерживаться на высоком уровне. Если стандарт будет высоким, тогда автоматически он немножечко понизится. Но если уже изначально стандарт низкий, то тогда просто будет, и мне кто-то написал письмо, о, все ушло, весь баджан ушел, только деньги остались. То есть он это понимает, но, тем не менее, он не поднимает стандарт на высокий уровень. Столько много предвзятости. И Джива Госвами Пад пишет в Сандарбах. This very
Джива Госвами Пад объясняет Шабда Брахма и Пара Брахма. Истинный ачарья, я вам уже объяснил его определение из Пуран. Тот, кто, если ачарья совершает баджан, но он не учит других принять его баджан, его ачаран, то есть это не ачарья. Нарутам Такуру, он совершал киртан в Манипуре, и люди, не понимая ничего, они плакали, и это отдельная история. В общем, Джива Госвами Пад, он объясняет, что если вы примите прибежище у гуру, кто может быть внешне, он не говорит харикатху. Как Локунат Дас Госвами, он не говорил харикатху. Вот почему он наставил Нарутам Такуру. Он отправил его к Джива Госвами Пад на обучение. И Шринивас Ачарья — это ученик Гупал Бхатты Госвами. И Гупал Бхатта Госвами отправил Шринивас Ачарья к Джива Госвами. Шамананда Прабху — это ученик Хридой Чайтанья. Гуридас Пандит — это учитель Хридой Чайтанья, а Хридой Чайтанья — это учитель Шамананды Прабху. Вот он тоже его отправил к Джива Госвами. Мы знаем, что с разрешения Гуру Пад Падмы, если у нас получится служить возвышенному преданному, который обладает полной татвагьяной, тогда в этом нет никаких проблем. Это не означает, что Нарутам Такур он станет игнорировать своего Гурудева Локунат Дас Госвами. Нет. Но Джива Госвами Пад объясняет в сандарбах. Джива Госвами Пад объясняет, если гуру, можно спросить разрешение у Гурудева, а также Гурудев иногда может оставить этот мир, и тогда перед фотографией Гурудева можно помолиться и попросить разрешения. И тогда ученик, он может слушать саду, служить саду, который обладает татвагьяной. Но он должен обратиться к такому саду, который никогда не оскорбляет Гуру Варгу, который обладает любовью к сампрадаю. И если вы получите разрешение у Гурудева, это самое подходящее. То есть это хорошо. То есть с разрешения Гурудева можете служить другому чистому преданному. В этом нет проблемы. Но если, например, вы задумаете служить садху, ну, хорошему садху, но из другой сампрадая, не из гауди сампрадая, тогда вы можете предлагать поклоны и предлагать пожертвования. Но если вы будете общаться с садху из другой сампрадаи, тогда вы потеряете свое настроение, свою сиданту. То есть, например, предположим, саду, он очень хороший, то есть мы не можем от него отказываться, мы его уважаем, мы можем получить благословение у него, мы можем давать ему пожертвования, но нужно быть очень осторожными в отношении сиданты, потому что люди иногда разговаривают с представителями из других сампрадай, чтобы научиться чему-то, а потом они падают иногда, не выносят. И, в общем, кто-то из Гаудия Сампрадаи, мой духовный брат, но я не могу назвать духовным братом, потому что духовный брат — это тот, кто следует Гурудеву. В общем, он пошел к саду из Мадава Сампрадаи, и в итоге он присоединился там и оставил саньясу, оставил Гурудева, то есть это очень опасно. В настоящие дни люди, они постоянно в затруднительном положении. А кто говорит об абсолютной истине? То есть они не понимают, где нужно слушать харикатху, а где не нужно. То есть и потому что многие люди, они саботируют, из зависти кто-то говорит, там, не ходите, не слушайте харикатху. То есть хорошо
пожалуйста, они могут умереть, мне нечего, ничего тут не поделаешь. Люди могут ходить туда, куда они хотят. Джива Госвами Пад, он... И также в Расамрите Синду написано, я вам даю много шлок, вы можете запутаться. Джива Госвами Пад говорит, что, конечно же, вы можете служить Садгуру, взяв разрешение у вашего Гурудева. Но условие таково, что ваша Гуру-сева, она не нарушается. Но тут не имеется в виду телесная сева. Гуру-сева означает Вани-сева. Мой Гурудев, он мне сказал много раз, если ты будешь служить Прабхупаде, это моя сева. Это сева мне. Если ты будешь служить Мадхава Госвами Махараджа, это будет моя сева. Если ты будешь служить Шридхара Госвами Махараджа, ты будешь служить мне. То есть он мне дал понять, что Гурудев — это не тело, и это не организация какая-то. То есть это понимание глупцов. А, Гурудев — это вот этот вот, и туда не ходи. Хорошо, прыгайте в костер. Уже вы в костре, ничего тут не поделаешь. Сколько бы ни приводилось доказательств и проманов, то ну, люди все равно не понимают. И вот Вриндавандас Такур Махасвами сказал в Чайтанья Бхагавате, я привел столько много доказательств, тем не менее люди, они не понимают. Таким образом, я их пну. Но это там тоже... таинство в этих словах, ну то есть пиная, там он дает пыль со своих лотосных стоп. Гуру сева это не означает телесная сева, и это не означает сева организации какой-то. Те, кто глупые, они сконцентрированы на организации. Вы можете погибнуть со своей организацией, вы можете попасть в ад, следуя вашей организации, вы можете доказать, что вы следуете Прабхупаде, но пусть они занимаются тем, чем они хотят. Сампрадая, она, если разрушится, то вот это моя головная боль. То есть меня только это интересует. То есть взяв разрешение у чистого, то есть у своего Гурудева, вы можете попросить прощения, разрешения и служить чистому преданному в собственной сампрадае, не в другой просто сампрадае. И вам нужно служить возвышенному преданному. Когда преданный намного возвышеннее, то вы можете его даже неправильно понять. Поэтому саду-санга, она очень могущественная. Если вы будете служить саду из нашей сампрадаи, который находится на высоком уровне, то это очень благоприятно. Но если саду на очень возвышенном уровне, как, например, Горки Шордас Бабджи Мараш или Вамсидас Бабджи Мараш, то можно их понять неправильно. То есть вы можете пасть, потому что вы начнете не понимать их. Обусловленные души, они постоянно ищут дефекты, недостатки. Это такова природа обусловленных душ. О, баба, что, чем он занимается? Это что-то вообще непонятное. Но Джагадиш Прабху, когда... То есть Прабхупада часто говорил своим ученикам не ходить в Горки Шардас Бабджи Мараш, Мапсидас Бабджи Мараш, потому что они очень возвышенные, и можно их понять неправильно и пасть. Но Джагадиш Прабху, он... ему разрешили сходить к Горки Шардас Бабджи Мараш или к Вамсидас Бабджи Мараш. Он, Джагадиш Прабху, он был старше Прабхупады, если я правильно поняла. Он Харинам принял в Бхактинат Такуру, Дикшу Прабхупады взял. И он встретился с Горки Шардас Бабджи Махараджем. И Бабджи Махарадж, он обычно отправлял всех назад. Ну, не встречался ни с кем особо. Но ему он так не сказал. Он спросил, откуда ты пришел? Я от Вимала Прасады. И тогда Горки Шардас Бабджи Махарадж его пригласил. А что ты принес? Арбуз. Как правило, Горки Шардас Бабджи Махарадж ничего не принимал, все выбрасывал. Но он взял этот арбуз. И он попросил Джагадиш Прабху, а ты можешь мне спеть киртан? Конечно, если ты мне разрешишь, я могу спеть киртан. Тогда же Джагадиш Прабху, он спел киртан, и Горки Шардас Бабджи Махарадж, он его послушал и сказал, здорово, здорово, потому что он
они понимают, что находится в сердце. В сердце у чистых преданных радар. Они могут сразу понять, что в сердцах у других людей. И тогда Горкишвардас Бабаджи Махарадж сказал: «Ты получил инициацию?» «Нет, я еще не получил инициацию». «А ты же только что сказал, что ты из Майяпура пришел, с Йогапитха, от Вимала Прасады. А как же ты можешь сказать, что ты не получил инициацию? Я же вижу, что ты уже получил инициацию. Почему ты говоришь, что ты не инициирован? Я же вижу, что ты сердце твое уже инициировано». Это я добавляю свои слова, но смысл такой. Смотри, он ждет тебя, чтобы дать тебе мантры. То есть такие преданные, они понимают все. И Джива Госвами Пад, и Рупа Госвами Пад сказал вот это. А Джива Госвами Пад, он сказал Гуру Вагая, спросив разрешения Гурудева, можно служить Садгуру, не нарушая основную гуру-севу. То есть самое главное, чтобы основная гуру-сева не нарушалась. И гуру-сева основная — это сева парампары, сампрадай. Столько много людей жаловались на Прабхупаду. А какое служение сделал Прабхупада Горкишвардас? То есть как он служил Горкишвардас Бабаджи Махараджу? Настолько они были дерзки. Вы не можете даже найти ни одного случая, когда Горкишвардас Бабаджи Махарадж, он принял служение от Прабхупады. Горкишвардас Бабаджи Махарадж считал Прабхупаду своим гуру, а люди, они стали критиковать Прабхупаду. Они сказали: а как он служил Горкишвардас Бабаджи Махарадж? И в нашем обществе понятие гуру-севы, оно воспринимается неправильным. То есть все думают, что нужно там готовить, стирать. И вот сейчас даже некоторые ездят в отелях и едят чапати из отеля, то есть во имя проповеди, то есть ситуация не позволяет принимать чистый просад. То есть вот этому они учат, поэтому как вы можете ожидать чистоты какой-то? Я хочу объяснить это подробнее, но время уже закончилось. Может быть, завтра я вам объясню, что говорит Рупа Госвами Пад, что говорит Джива Госвами Пад. И в любом случае Бхагаван Шри Кришна дает полную информацию об этом всем Удаве.